Продолжаем вас знакомить с новостями, работаем в прямом эфире. Составили портрет саратовского автолюбителя. Аналитики интернет-ресурса «Авито Авто» провели опросы, и по его результатам стало понятно, кто обычно садится за руль в нашем городе. Итак, прежде всего им оказался опытный водитель со стажем более 10 лет, который меняет машину раз в 2 года. А теперь подробнее. 62% опрошенных получили права в возрасте 18-20 лет, а 28% в 25 лет. Почти четверть респондентов меняет автомобиль раз в 1-2 года. Стоит отметить, что 10% водителей купили машину один раз и до сих пор на ней ездят. А теперь о том, на чем передвигаются саратовцы. Самым популярным типом кузова стал седан. На автомобиле такого типа ездит 39% респондентов. Хэтчбэк и внедорожник на втором месте. Универсалам досталось всего ничего, 8%, так же как купе и спортивным моделям. И по-прежнему машина марки «Лада» держит первенство как самый массовый автомобиль. На втором месте расположился «Хюндай», а третий поделили «Киа» и «Опель».